Всем привет, друзья! Сегодня мы с Олегом снимем офигенную пятиминутку на грудь. Мы снимали на пресс, она была очень жаркая, очень болел пресс, да? На следующий день отваливался. И сегодня у нас, мне кажется, будет отваливаться грудь, а завтра еще больше. Поэтому включайте это видео просто и делайте вместе с нами. И подписывайтесь на наш канал, а то Артура уволят. Да. А нам это не нужно, мы хотим еще видосов снимать. Ссылка в описании. Обязательно, ребят, подписывайтесь на их канал. Смотрите последнее видео. У нас будет два видоса на их канале. Еще заруба и пропитание. Купим кучу еды и покажем вам, как нужно питаться для набора массы. Погнали. Поехали. Everything about me to find a way to be better than me. That's how I know that I'm better than me. That's how I know that I'm better than me. I set aside everything about me to find a way to be better than me. That's how I know that I'm better than me. Медленное отжимание от пола. Time to take control. Time to make this work and break away. From this life so bored. Just revive me now. Cause I'm ready to live. Restore me. Сейчас отжимание с возвышенности снова. Ты убийца просто. Блин, сложно вообще. Falling apart always hurt. Pain is blacking out the night. But the light will shine through. Even the darkest of nights.
what you got, cause I just can't get it right by myself. Reviving now, cause I'm ready to live. I've conquered something more than I within. And beneath, let's let that one foot to the other rest. My God! Ну вот, друзья, вот такая тренировка получилась. Очень жестко забился грудак, да? Просто офигеть, вообще вымираем. Мышцы болят. Мы там последнее упражнение не могли вообще сделать, просто падали. Особенно, когда лучник поставил ее в конце, я просто умный. Конечно. Это вообще жесть. На убийство. Там даже просто не подняться было. А так, спасибо большое за внимание. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. На их канал обязательно, ребят, переходим вот прямо сейчас. Там два крутых видоса выйдет. Еще куча до этого было со мной. Спасибо за внимание. Кто это повторит, крутой будет. Да.